Ну что, всем привет! Мы сейчас находимся на трассе Казанрин. И сегодня у нас открыта тренировка. Едем на силе, она готова. Наши убрались. Ты меня снимаешь? Че, тебе нормально? Я отписываюсь. Едем на силе, она готова. Сегодня у нас также ВМВ. Очень громкий что-то там. Камиль на своем марке. Миша на Мисса, да, это новая тачка. Короче, призыв Казань. Купили у Невского, это будет Миссато. Золотая ВМВ, также в нашей теме. Ну и пока все, остальные если будут, дождемся их. Ну что, погнали. Прикатываемся к тачке. Чуть-чуть пока сухо-мокро, но вроде получается прокатиться. Сейчас снизил давление, стало получше. Еду на 225-м триангле. Точнее, 201-й триангл, 225-й ширины. Сейчас попробую парно проехать с Камилем. Он едет на морчке. Сидим мы тут, кукуем, короче, ждем. Там наши убрались где-то вдалеке. Сейчас заезжаем с Камилем. Тренируемся вовсю. Вон взял пассажир, все еще камеру ему дадим. Будет снимать. На, Илюх, держи. Как? Сергей. Это дрифт? Говорят, что в дрифте не по правилам разворачиваться. Я решил попробовать. Второй раз. И получил. Получил, что хотел. Bobby's on that.
прокатился сейчас на Misato. Misato стало гораздо лучше, с ней поработали с подвеской. Так. Вообще нормально, рабочая машина, дерзкая прям, дерзкая. Это вроде Юра Невский не такой дерзкий, какая дерзкая Misato получилась. Ну что, все, конец тренировки, закончили на сегодня. Укатал одну пару триангл 10-25. Нормально так потрели с пацанами, вот есть выжившие. И теперь финиш сегодняшнего дня. Все, всем спасибо. Не знаю, чего эта серия будет, но надеюсь, будет интересно. Все интересно будет на канале. На канале у него будет интересно. Но я отпишусь.